Фильм «Сестренка» бьет все рекорды просмотра. За 13 дней картину увидели более 66 тысяч человек, и Walt Disney продлевает прокат. Напомню, фильм, снятый по повести Мустая Карима «Радость нашего дома», вышел на экраны 19 сентября к столетию со дня рождения автора повести, народного поэта Башкортостана, писателя и драматурга. «Сестренка» – первый современный фильм на башкирском языке, вышедший в широкий кинопрокат. Фильм пользуется большой популярностью у зрителей.